Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем печь вот такой хлеб на закваске. Сегодня готовим хлеб на закваске, точнее тесто. У меня закваска лежала в холодильнике, сейчас спит. Мы ее покормим и разбудим. Хватит спать. Добавляем воду и муку. Перемешиваем. Накрываем и убираем теплое место на 2-3 часа, пока не проснется. Наша закваска готова. Продолжаем делать тесто. Для этого нам понадобится закваска, соль, мука цельнозерновая, обычная, вода, семена чиа и подсолнуха. Закваска у нас выглядит вот так. Вот, готова полностью. Для приготовления теста нам еще и понадобятся весы. В миску наливаем воду. Соль. Закваску. Готовая закваска плавает наверху вот так. Перемешиваем. На этом этапе мы добавляем семена. Добавляем муку и вымешиваем тесто. Накрываем тесто и оставляем на 1 час. Оставшуюся закваску еще раз кормим, потом перекладываем в баночку и убираем в холодильник. Таким способом мы храним ее.
спустя час вытягиваем тесто. Смачиваем руку. И вот так вытягиваем, складываем, вытягиваем и складываем. Так, повторяем еще 3 раза, каждый час накрываем и оставляем. Накрываем и оставляем на полчаса. Стол засыпаем мукой. И выкладываем тесто. Разделяем тесто на 3 или 4 части. Формируем из них колобки. Накрываем и оставляем на 30 минут. Сейчас будем формировать наше тесто. Но для начала подготовим форму и полотенце. На полотенце засыпаем рисовую муку.
Но если у вас нету формочки, берем вот такое сито. Наше тесто отправляем в холодильник минимум на 12 часов, а можно хранить 3 дня. Буду печь хлеб вот такой сковороде, чугунной. Разогреваем духовку до максимальной температуры минут 30-40. Достаем тесто из холодильника и выкладываем на пергаментную бумагу. Делаем разрез, чтобы при выпекании хлеб не разорвался. Отправляем в духовку выпекаться. Кладем хлеб и накрываем крышкой. Выпекаем так 25-30 минут. А потом убираем крышку и допекаем до золотистого цвета. Горячий хлеб достаем и кладем на решетку, чтобы остыл. Хрустящий и горячий хлеб мягкий. Сейчас порежем.
спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!